اومدگی ها به انجام رسیدند. چی احساس ها دارید این حال؟ چون که پگو بازی نخستین شروع می شود. Прежде всего, всех поздравляю с началом, с открытием чемпионата Азии. И как на пресс-конференции отметил, всем желаю хорошей, содержательной, зрелищной игры, чтобы все были довольны. А то, что касается нас непосредственно, самое главное, то, что я опять же отмечал давеча, ребята все здоровы, никаких травм особых нету. Самое главное, подошли в оптимальном состоянии, готовы к чемпионату Азии. Завтра первая игра. И как было отмечено на пресс-конференции, то, что у нас получается самая сильная группа, отмечали фаворитов. Я думаю, фавориты, каждая сборная, каждая может сыграть на результат. И мы не исключение. У нас задача, как я говорил, стоит прежде всего достойная игра, игра на победу. И первоначальная задача – выход из группы. И, естественно, в дальнейшем попасть в четверку сильнейших. Хоп, одатан, он мурабе, ки дар Ю-17 муафаг мешват, хатман буз дар даста Ю-20, Ю-23 фаулят мекунат. Хамин чиз кабл аз саршави чемпионат барои шумо ягон таасир намерасонад? Не, ни в коем случае, я даже об этом не думаю. Сейчас думаю только о чемпионате Азии, а там жизнь покажет. خب غیر از دسته عربستان سعودی با چین و استرالیا تیم ما روبرو نشده است. اومان تحلیل ها و آنالیز های مربیان تا کدام اندازه کار داد؟ آیا واقعا هم چین و استرالیا هم دسته های پرقوت هستند؟ نه، я думаю, сильные соперники у нас в группе, но у нас есть материал, мы анализируем непосредственно перед каждой игрой, смотрим предстоящего соперника, разбираем, делаем анализ. Ну, я думаю, то, что с Австралией, да, мы с ними не встречались, с теми же Китаем, но Саудовская Аравия посчастливилась на сборах Саудовской Аравии сыграть. Есть представление, во что они играют, как они играют. Но, опять же, игра на игру не приходится. Будет зависеть именно в тот день и в тот час, когда состоится матч. Хоб, имрус дар нишасти матбуоти ба шумо суол додан ки дар тими Австралия як бозингар аз академияи Бавария аст. Хоб, то кадом андоза дар ин мусобиқа як бозингаре ки аз академия як тими пурқувват аст метавонад барои дигар дастаҳо монеа иҷод кунад? Как я отметил, да, это привилегия для сборной Австралии, для самой Австралии, то, что ихний игрок в таком возрасте находится в таком большом клубе, как Бавария. Но опять же, один в поле не воин. Это командная игра. Я думаю, такой не будет зависимости, чтобы мы персонально кого-то ставили с игроком Баварии. Будем играть от своей игры, исходить. Будем командную игру, то, что сами планируем, от этого будем исходить. Пан Солпес, даст ему дар финал бузикар, дар хамин мусобиқа. Ойо шумо аз мурабиони қаблӣ ягон чизҳои муҳимро гирифтед, махсусан Зайнеддин Раҳимов? Ну почему мы общаемся, особенно не сколько, может быть, Зайнеддин Раҳимов, но часто на связи мы с Анваром Мирзоевым, который и Субхон Худжамов, которые сопровождали эту сборную, они всем делились, я всегда спрашиваю и не стесняюсь этого, и буду в дальнейшем спрашивать, так что здесь никаких проблем нет, они пожелали напутствия, дали свои советы, мы обязательно это все учтем.